Притча. Разговор парикмахера о Боге. Один парикмахер, подстригая клиента, разговорился с ним о Боге. Если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети и несправедливые войны? Если бы он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это. Поэтому лично я не верю в его существование. Тогда клиент сказал парикмахеру: «Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует». «Как это так?» – удивился парикмахер. «Один из них сейчас перед вами». «Нет!» – воскликнул клиент. «Их не существует, иначе не было бы столько заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идет по улице». «Ну, мил человек, дело же не в парикмахерах. Просто люди сами ко мне не приходят». «В том-то и дело», – подтвердил клиент. «И я о том же. Бог есть. Просто люди не ищут его и не приходят к нему. Вот почему в мире так много боли и страданий».